спонсор нашей сегодняшней заправки и покатушки. Вот этот чувак. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и колокольчик не забывайте нажать. Лёг, давай тогда ты первый. Ну, короче, понял, куда ехать, да? Ну, да, примерно. Давай, налево покажу. Ты там это, подкорректируешь. Давай, давай. Я сам сиранул, честно сказать. Бля, я не ожидал, что такой перегазов у меня получится. Блин, ну а че ж ты так? Бля, я вроде всегда дрифтую нормально, тут что-то прямо у меня аж как пошло, блин. Бля, я просто обосрался. Стандартная заправка. Что, да. Яблочного хочешь? Сок смотри, яблочный. Смотри, зелененький. Да. Это тарпун, скорее всего, Лёх.
Может, да, может, тарпун. Вот этот секрет валящей банши, да? Облизал? А лимончиком закусил? Потом. Да, ну ладно. Лимончики потом. Давай, заливай. Вон и наши остальные коняшки стоят. Егорка стоит. Внесли мы с тобой, конечно, это видюху. Блин, я просто пересрал, честно. Я смотрел на тебя, ты думаешь, такие, я уже думаю, все. Да, а знаешь, я уже хотел больше давать газа, чтобы сам в дрифт пустить. И вижу, что тебя перекручивает. Я хорошо, что газ убрал. И вот жалко, я передний как раз тормоза заблокировал, из-за этого меня, ну, тебя откинул. Ну, не, глаз не дотронул, слава богу, ну просто. Пройдешь, Лев! Пройдешь! Не ссы! Да 103 градуса я за вами ехал. Блин, ну 103 это нормально, у меня все время 99-100 в таком режиме пробки. Я просто столько еще не ездил, у меня прибавки. Андрюх, у меня 99,9. А что, мне даже не включился поход? Я включился, Oh.